Приветики, друзья. Вчера пили у дерева, короче. Сейчас утят выгуливаю. Короче, колотушка тут такая. В общем, сельские новости, выпуск 561. Нет. Зацените, короче, да? Не знаю, можно, короче, вино в большой бочке толочь. Можно, короче, как киянку использовать. Шелковица, вот такое вот дерево. Оно, кстати, очень крепкое и плотное. Если кто не знает, это ягода такая, шелковица. В общем, короче, вот это дерево пришлось в саду спилить. Почему? Потому что бабушка сказала, это не шелковица, а шелкун. Короче, дерево пацан не родит. Нету, короче, у нее ягод. Уже несколько лет растет, и толку нема. Нет. В общем, надо будет эти ветки перетаскать. На данный момент попилено. Тоже вот такой вот лайфхак, если дерево небольшое, да, друзья, то чтобы у тебя в котел помещались дрова, которые ты попилил, и чтобы топором лишний раз не махать, если пила пилит хорошо и быстро, то на самом деле не так уж и тяжело напилять вот такими вот сразу кубиками, как брикетики. Он вот так вот по плоскости, да, вот так вот по толщине, он в котел помещается. То есть даже чуть больше, если размеры есть, нетрудно попилить вот так. Он такой вжук туда и помещается. В толщину уже не залезет. По идее, надо было боковой, да? Но вот такими дровами топишь, они и горят хорошо. И, короче, это... чуть дольше горят, чем если они вдоль поколота, короче. Горит, трескается. Можно иногда вот такие делать, короче. В общем, уже проверенная тема. В общем, так, надо будет здесь уже это все переместить, отделить, короче, дровишки от веток, ветки перерубать в маленькие кусочки. Так, а где же эти цыплята и утята, за которыми я слежу? Потерял. Они меня взяли и оббежали уже. Хотел их поснимать. А где они, короче, я даже их сейчас и не вижу. Друзья, прикольно, да? Все сбежали. Как так? Вот задача. Короче, заболтался на 5 секунд с дровами. А, вот они. Нашел. Здорово. Нет, как у вас делишки, малышки? Пьете водичку. Тут вот им зерно, видите? Камень почему лежит, да, посреди зерна? Чтобы большие курицы и утки не переворачивали миску. Такая вот поилка сделана. Если честно сказать, мне не нравится пластиковая труба. Все время вода внутри, короче, зацветает. Такие вот, такой способ. Несколько колес по месту, где они пасутся, да, вот раскладывается, вода доливается, выливается. Короче, более эффективно себя показал метод. Посмотрим, как пьют утятки. Видите, как они ко мне реагируют. Не обращают внимания на мое присутствие, короче. В общем, я специально помолчал, чтобы их не нервировать, не пугать. Ну, и вам постарался показать такие красивые кадры. Согласитесь, когда животные тебе доверяют, у тебя есть возможность близко с ними находиться. И причем они находятся на свободе, то есть не где-то там ферма, короче. Так что они в клетках сидят, и ты их снимаешь близко. А в реальной их обстановочке. Такие вот кастрюли огромные стоят. Хопа. Что у нас в кастрюле, да, на улице? А это семечко. Почему семечко стоит в кастрюле, да?
Наверное, короче, ее едят, короче, цыплятки, что ли? Прикольно, да? Кстати, эту же семечку без проблем жаришь и с солью, короче, и это очень вкусно получается. Что у нас во втором? Сегодня экскурсия, короче, по огороду. Пшеничка. То же самое, короче. Да? Сразу, смотрите. Мы что-то слышали, да? Что-то слышали, что-то происходит, короче. Как бы здесь драка сейчас не началась, потому мы закрываем. Лишнее внимание не привлекаем. Вот так у них стоят зерно, дерть молотая, чуть-чуть водички мочится, короче, раскладывается. Может, там птиц много? Нет. Сейчас основные вообще за пределами, короче, забора, они сейчас пасутся, короче. И это. А здесь только молодые куры, куры, которые не хотят выходить гулять по какой-то причине. То есть и за ними не угонишься, они будут круги наматывать по участку, но выгнать их на прогулку практически нет возможности. И это. И вот утки вообще, ну, все на прогулке, потому что если взрослых уток или чуть постарше которых оставили сейчас здесь, то они будут нападать на цыплят. Вы знаете, что это молодое поколение, его еще надо в основную армию завести, короче, то есть не так все просто. Ладненько, друзья, лайкосики за видосики. До встречи в новом выпуске сельских новостей. Пока-пока.